В каком-то из роликов я говорил то, что модерация ТикТока самая худшая. И сегодня я это подтвердил, наверное, в x2 раза. Потому что все, что вы увидите сегодня, вымысел, фильм, все замазано. Я хочу по квартире также все развесить. Что это, фанат The Weeknd? Понял. Вот это ништяк, да, ёпта. Держи, вот, братан. Вот это ништяк, блин. Нормально. Ох, сейчас кто-то... А я говорил, курение убивает. Вот, поэтому не курим вообще. Со стороны, мне кажется, мой смех именно вот так вот и выглядит, не? А ну на припеве. Да-да. Это супер! Музон, дай, сука! Ебать. У меня мурашки, блядь. Ладно, этого не видно, но у меня мурашки. Это что? Блин, как машина завелся, клянусь. Bueno, say good morning in Spanish. Me gusta la verga negra. Понял? Мне кажется, это в России не с такими дорогами. Я просто думал, мем, ну, что-то с тарелкой будет, ну ладно. Блядь, социофобия его боялась прям. Да ладно. Прикольно. Ага. Типа за секунду до тут будет, да? Что вот здесь должно произойти-то? Ох, бля. Нормально. А кто это? Мишель Морони, Хлоя Кардашьян. Не знаю, кто это. Ой, блин. По колену сейчас. Нет? Не по колену, нормально. Но я за него боялся, честно скажу. Ага. Что это? Пикадор, блядь? За мясом херачит, типочек. Понял. Ой, блядь. Я надеюсь, снизу был пляж. Сука, тупица. Но нехуй. Ага. Тоже видели? Не дожарил? Фу, блядь. Ни хрена. Ой, бля. What are you doing beating on my door like you're the police? That's how people get their bottoms beat. No, you're full of shit. Я как будто реально сижу, смотрю диалоги из GTA-шки. У них прям, ну, акцент ебанутейший. No, don't start no shit. I gave Nan $2 for this baking soda. You ain't give your Nan no $2, period. Сейчас туда кого-то смоет, да? Или кто-то выплывет оттуда, или что?
Все, я понял. And go try go up a hill and say I want to go 100 miles per hour. Don't have enough horsepower to go up the hill. That's what. Что это за гениальное изобретение? Ага. Нихуя, ёбаный в рот. Пизда деревня. Ой, бля. Бля, чё-то какая-то подборка прям гипер тупых людей. Пизда, мужики, вам. Этот, блядь, пытается гребсти. Не, мужики, анлаки. Вы, к сожалению, ко дну, наверное, да? Бля, это просто, это, ну, судьба одного катамарана. Ага. Чую, самая тупая идея, вот да. Он даже ничего не понял. Блядь, что это такое, нахуй? Ага, и... ну, это чисто, ну, попытка стать выживаловым, правильно? Тварь куда выкинула, блядь? Это что за орган? Вы чё, ебануты? Не, ладно, подожди, ладно, в купальниках была тема. А это-то, блядь, куда? Я к ней на канал зашёл, ты чё вообще, ёбнутая? Это что, блядь, за вообще прикол ходячий? Вот это зеркало, я понимаю. Смотри, как красиво тут все позолочено. Какие обои классные. Блин, вот, ну просто лайк за зеркало ставлю. Это настолько, ну типа, неожиданно появилось, что я даже ничего не понял чисто из-за первых кадров. Блэкрэк. Вот это, если я когда-то стану богатым, я себе сделаю. О, вот эту я помню. Эта женщина слишком огромная. А ты что тут делаешь вообще? Look into my eyes and say, I love you. Ладно, хуйня, кринжую. Гимми-гимми. Что она, блядь, жопу показывает? Не, малой, не надо. Малой, не-не-не. Сука, так улыбается. Мне интересно, что в конце будет. Блядь, ебанутый. Это даже не... это просто пиздюк вот так делает. Чё, еб... ТикТок как будто еще ниже сделал какие-то рамки для того, чтобы что можно полить. Блядь, просто в телегу зайдите, ну, если я это покажу, меня точно откинут. О, что-то девочки пошли как-то странным образом, да? Ага, понял. Не понял, можно объяснение? Дис, sir... не понял, все равно. Того, разминка для шеи. No. Ладно, лучше бы не разминал. Сейчас прыгать будет. I'm not real, bitch. Понял. Она real bitch, реальный пля... Сука, идиот. Вот это, вот я клянусь, мне почему-то кажется, то, что вот этот тип, это подставная какая-то штука. Потому что то в метро, то здесь, и один и тот же. Но вот этой темы я, пиздец, всегда боялся, вот клянусь. Нах! Нах. Бывает такое, не переживай. Откуда вы вылезли, сука, выдры? Ну я досмотрю на всякий случай. Бля.
Питерс... А, нет, это не питерский, это Америка. Ебать. There's no way, Юрий Рил. Не может, это не может быть. Ты реально. А к чему ты это написал? Мне просто интересно. Понял? Хуета какая-то. О, котяра! Все, что. Бля, я думал, он начнет типа фигней страдать какой-то. Акула, ты что делаешь на суши? Ох, бля, какая-то старая тема. Подожди, а это оригинальный его? Ghostman Ак. Мне кажется, не оригинальный. Анамими мамаму. Очень красиво. Да. Вот это нихуя как красиво. Так мне почему-то кажется, что это телевизор. Не? И даже сиську не показала. Значит, девочка выступает, а ее аудитория просит. И вон мобилы, блядь, целых сколько тут? 10 мобильников даже достали. А ну, я досмотреть хочу. Понял. Это как будто нейронкой сделано. Это нереальная мадама. Это нейронная женщина, я уверен. Это не нейронная женщина. Она без лифчика гуляет, типа? А? Понял? Я ее где-то видел. Ты... Где ее видеть мог? Да ну нахуй! Это она? Нормально. Так, я описываю вам просто, что я вижу. Значит, стоит китаянка, у нее нога вон туда, вот, вот так вот. Она в штанах, но сверху нихуя. И там вот это вот, ну. Понял? Мне почему-то кажется, что она под чем-то нахуй. Бля, все, достаточно, спасибо.